фестиваль, то есть, понимаете, это больше трети стран, которых мы знаем, представили свои картины на рассмотрение. Получили 400 там, заявок на международный конкурс. Это очень серьезная заявка, несколько сотен заявок. Антон подробнее буду забирать хлеб, расскажет, сколько на украинский национальный конкурс. Это не может не радовать. Не может не радовать, но еще важный, такая, важный момент, что 70%, в прошлом году было 50, 70% фильмов, представленных в основном международном конкурсе, это фильмы, созданные режиссерами-женщинами. Мне и Юле, и вот всем девушкам здесь сидящим очень приятно об этом сказать. Так что люблю развивать эту тему, но нам очень приятно, что 70% фильмов это, в основном конкурсе это женщины. И то, что у нас стало на 50% больше, то есть мы получили заявок на 50% больше по сравнению с прошлым годом, говорит о том, что никакие коллизии, конфликты, проблемы все-таки не нарушили мирное течение времени, а более того, усилили позицию Одесского международного кинофестиваля, поэтому от нас сейчас очень многое зависит, поддержание максимально позитивного имиджа и фестиваля, и города Одессы, и Украины. Спасибо. Спасибо, Виктория. И о цифрах расскажет наш программный директор Антон Лидо. Да, некоторые цифры о нашей программе, которые в этом году мы сделали как максимум разнообразные. Мы побили рекорд по количеству фильмов, которые показываем на Одесском фестивале. У нас в этом году будут 114 фильмов. Это 14 больше, чем в прошлом году. Из 36 стран мира, 5 континентов, Европа в первую очередь, тоже Азия, Северная Америка, Южная Америка и даже Африка представлены в конкурсе, не только в конкурсе, а в программе вообще. По жанру у нас тоже очень разнообразная программа, так как у нас будут 37 короткометражных фильмов и 77 полнометражных. И более подробно, у нас абсолютно все форматы представлены в программе. Я могу вам сказать конкретно, у нас 3 экспериментальных фильма, 6 сериалов, 17 мультфильмов, 18 документальных фильмов и 70 игровых фильмов. Так что мы реально для нас это было важно показать вот вся разнообразие современного кино, не только современного, а тоже классического кино, потому что у нас тоже ретроспективы. Так что мы да, это панорама, скажем так, разнообразия. Наш международный кинофестиваль в нашем городе вот-вот откроется, но пока мы видим гостей. Дорогие друзья, я вижу, к нам идет любимчик Одессы, ваши аплодисменты, Владимир Комаров. На руку убери! Ну а сейчас, дорогие друзья, я прошу встречайте на Ковровой прямо сейчас уже находятся ваши аплодисменты! Президент фестиваля Цезарушки, Вячеславский Леонтар, Вячеслав Леонтар, Александров Березуцкий! До открытия центрального стенда Одесса. Камеру опусти. Камеру опусти. Ай, нет. Вот, ну, опусти по номеру. Подъехали и готовы выйти на красную дорожку. Члены жюри международной конкурсной. Еще раз аплодисменты! Одесса, вот ваши! Больше! Все гостей
Ведущий, артист Алексей Сергеев-Шевкун.